25 февраля в 12:00 в деревне Низино Ленинградской области в Центре культуры, спорта и молодежной политики состоится творческий вечер певицы Валерии Чистовой и гитариста Алексея Северинова. Ко дню защитника Отечества артисты представят авторскую музыкально-патриотическую программу «Сыны Отечества». В программе прозвучат песни, романсы, вальсы композиторов-офицеров и фронтовиков, добровольцев и детей войны. Зрителям расскажут, кто из композиторов написал вальс, сидя в окопе, кто видел красоту русской земли из боевого самолета, возвращаясь с задания, и написал песню, ставшую хитом в Советском Союзе. Какой всемирно известный композитор брал Париж? А кто героически погиб на поле сражения? Также в программе прозвучит блок советской песни, посвященный миру и детству. Валерия Чистова и Алексей Северинов приглашают всех желающих. Вход на концерт свободный. Адрес: деревня Низино, улица Центральная, дом 1Е. Телефон 8 813 76 52 055.